А я пью. Она подбегает. Тарелку забрала резко. И вытаскивает у меня. Да. Да что ты там пьешь-то со дна? Ну. Куда? Сегодня что мы включились? Особый день. Жек идет в стриптиз-клуб. Впервые увидит кое-что. Не просто так я оделся. Да. Ну расскажи, что ожидаешь? Потом, ожидаю. Потом сравнишь ожидания. Ожидаю куража. От себя. От тебя я ожидаю куража. Давно я не был в клубах, но я иду тоже не просто так. Я иду в качестве разведки. Что ты хотел спросить? Кафе селфи. Да, да, да. Не в клубе, а в столовой «Элефант». Знаешь, такую? В 95-м году, ну, 41-45 год, помнишь? Я только «Элефант» знаю. Нет, «Элефант». 17 мгновений весны смотрел? Да, это, конечно, как классика. Как его зовут? Я забыл. Андрей. Кого? Михайлович. Я про... Вот кто там разведчиком был. Как его зовут? Штирлиц. Штирлиц. Ой, я его с Шерлоком Холмсом путаю. Штирлиц. Вот. Я сегодня как Штирлиц буду. А под Жека прикрытием. Вам сейчас приготовит маффин. Маффин от Жек. Не рассказывай про маффины. Те, кто смотрит наш видеоканал, в курсе, что такое маффины.